Парильщик Андрей Левин, покровитель пара и листа зелена, работает в горячих ключах с февраля 2003 года. Его девиз «Кто со мною парится, тот никогда не состарится». Настоящая русская баня не бывает без веника. Этот банный атрибут требует тщательной подготовки. И лучше дубового веника могут быть только два дубовых веника. Дубовый венчик содержит дубильные вещества. Он очень полезен, особенно полезен людям для жирной кожи. Она становится матовой, более упругой. В прошлом году Андрей принимал участие во втором международном чемпионате по банному мастерству. Из всего разнообразия методов парки Андрей предпочитает делать это на сене. Это своего рода ароматерапия. Сенцо распарено, разнообразие трав. Тело тоже распаренное через открытые поры, оно как бы питается. Организм каким-то там насыщается витаминами. Все бани в горячих ключах расположены возле речки. Поэтому после каждой процедуры парки истинное наслаждение от всего процесса можно получить, окунувшись с головой в холодную воду. После речки всех клиентов Андрея ждет еще один сюрприз. И если говорить о полезности бани в целом, это не только улучшение и лечение организма, но и новый заряд энергии, который дарит нам силы и яркое, наполненное оптимизмом, настроение. Все, сердечко успокоилось? Да. Идем в парилочку. Потихонечку, не торопясь. Маргарита Марова, Александр Башарин, Суздаль, Ключи ТВ.